Спасательная операция после одной рыбалки. Чтобы спасти жизнь ребенку, потребовалась помощь авиации. В Минск из Мстиславского района его доставили на вертолете. В нашем распоряжении оказались кадры видеосъемки очевидца. Вертолет приземлился прямо на газоне во дворе столичной больницы скорой помощи. Когда медики в районной больнице поняли, что 16-летнего подростка не спасти, было решено оперативно доставить его в Минск. У юноши обожжено более 70% тела. Он получил такие ожоги во время рыбалки. Зацепил удочкой провод высоковольтной линии. От удара током на нем загорелась одежда. Рыбаки, которые были неподалеку, оказали первую помощь и вызвали медиков. Следователи проводят проверку.